О, Steam направо. 4, 6 контакт. Заходим, проверяем. Кто это? А что-то слишком похоже на мистера. Блять, свои. Вот они. Это же наша расчистка, все нормально, они же запрашивают. Нет, ребята. Ну зачем тогда заходить таким курсом, как будто бы они на бобров заходят? Знаешь, такие, ну ты реально, блин, заход строит. Ну мы их прокукарекали, мы бы их только на лобовой успели встретить. На разворот у нас времени не было, им в 6. Ну да, то есть атаку они бы просто пропали. Поэтому надо расчистку делать заранее. Так, группа спрея пошла на расчистку. Нет, а выдвигайтесь на расчистку. Анги, я на 4 часа от бомбров. Они вообще как-то так растянулись, вот это мне не нравится. Слева это, назад посмотри. Это не группа бобров, это какие-то одиночки летят. Мы их хрен так прикроем. Они и так хрен друг друга кроют, вот в чем вся фишка. Четыре инверсии подходят к бомбардировщикам. Курс. Откуда? Графит, смотри, сейчас на бобров заход будет. А, вижу, да. Смотри, Анги, у нас впереди. Нет-то. Вижу. Графит на 12, они там на инверсии выставлены километров 7-8. А боевой. Еще двое на высоте километров 5. Да. Ты сейчас влево пошел на наших. Да, я чуть левее. Потому что за тобой. В сумме там 6 контактов было. Пусть расчистка ими занимается. По ним работают зенитки. Мы занимаем правую группу, которая сейчас на фоне солнца. Приняли. Они вниз пошли. Они в разгон пошли. Они на бобров, что ли, хотят прям? Да, 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 да. Мы сейчас тогда через будем на них падать. А наши за ними пошли, сверху их ловим. Не лезь за ними. Окей. Я слева сзади от тебя. Красная группа пошла на бобров. Разгоняемся. Блядь, пробили. Раз. Один дымный красный, второй дымный проскочил прямо. Захожу направо, тоже дымный. Мы под атакой. Я хочу. Левого забираю. Мы уже снимаемся, вот тут. Блин, они поменялись, суки. Так, Тихон, одного какой, образа... Какой нет. Квадрат? А? Один вниз полетел бомбер. Натянучивайся вверх, правый я. Да, вижу, вытягивается, я захожу на него. Кто ему свою 6 подставил? Он вниз за кем-то пошел. Я чуть с кем-то не столкнулся. Кто-нибудь из нашей группы скачали, разобрали. Вы с калача взлетал кто-нибудь из нашей группы? Я взлетал. Сейчас в воздухе, да? Да, мы рядом сейчас, идем. Сейчас подойду тогда, хоть пара. Да будет. Без разницы, летим туда уже.
Да зави... отвисните вы этого красного на шести, который висит за бобром, и расстреляйте его к чертовой бабушке. Так и хочу, вот переворачиваясь над ним. Просто газ в ноль и... Спаси, выпусти. О, зажги, зажги, все. Только не падает, ну. Не, все падает. Он нормальный. На первого раза заход. Посыпались вообще, четко. Да, только нас... минус один бомбер, как я понял. Где красный заходит? На первого, что ли? Да, да, на первого. Стреляю по нему. Захожу на него. Блять, а не по мне, ну ёб твою мать. Тим. Ангел, молодца. Ты меня видел? Я сказал первое то, что я на него захожу. Я за ним уже стоял. Я за ним тоже стоял уже. Ну, ты сверху в меня влетел. Стим, ты сверху в меня влетел. Ты меня догнал, я не сверху влетел, я снизу был. Ты сверху в меня влетел и выбил мне винт. Ой, блин. Стоп. Присаживаемся. Я слышал стрельбу у себя сзади спа. Бери, скачай. Кстати, за запись есть, посмотрим потом. Такая, ну, у меня стрим, у меня не запись. Я шел просто по прямой за ним. Стим, ты сверху меня просто влетел и сломал мне. Раз уж вы не в бою, скажите, где это сейчас? Подробнее, по местоположению. Я уже вышел. Анги, ты тоже вышел? Нет. Но я не могу карту открыть. Но это севернее Качалинска где-то было. Смотри, попадание пишет. Они что, уже отбомбились, что ли? Да, они уже бомбятся. Так что там, смысла взлетать нету? Ну, взлети, конечно, с калача. Так мы же сбиты, все, нам нельзя. Почему? Ну, резерв-то есть? А, или это чисто для тех, резерв, кто... Резерв на случай, кто вылетел. А ну за все, да. Там бы сейчас бомберов найти. Надо поворачиваться. Кто-то жив, там еще с бомберами остался из нашей группы. Так и по местоположению можешь ориентироваться, не знаю где. Хром, хром, хром. Хром. Я когда нервничаю, кушать хочу. Ма. Они как раз и взлетели с, все с верхней штубы. 9 взлетов оттуда и 2 снизу. Не, вообще молодцы, заранее там до цели перехватили. Угадали. Угадали. Нашли угадали. Еще. Я минус один бомбер. Девушку нашу не удрегли единственную. Белинская, ой-ой-ой. Не, я бы еще раз взлетел, конечно. Да понятно. Ладно. Бомбер каким курсом отходит? Наблюдаю длинного бомбера. Это тут еще есть, наверное, остальные. Длинный бомбер идет. Половину. А, тут понаблюдать нельзя, да? А. Вижу еще дымного бомбера. А, всю группу вижу. Прикрытие бомбером, вы еще под атакой? 260 они да, проходят. Похоже, бой идет. Линию фронта прошли. Принято. Вижу бой.